обращаюсь прежде всего к вам, так как очевидно, что вы являетесь сегодня центром внимания. Это ваш праздник, праздник, который бывает раз в жизни. При взгляде на вас сегодня, таких красивых, сразу же повзрослевших, сложно назвать вас учениками, детьми. Вы вызываете чувство гордости. Гордости за ваш пройденный путь, за вашу 11-летнюю работу, сложную работу за школьной партой. Гордости за ваш результат окончания школы. Гордости за ваше терпение, выдержку, за ваше упорство. Ведь экзамен всегда предполагает долю везения, невезения. И пережить свой результат – это тоже важно. Наконец, гордости за то, что у вас еще все впереди. И вы именно сейчас отправляетесь в то свободное плавание, когда сами будете решать уже свою судьбу. И это делает вас в одночасье взрослыми. Правда, для родителей вы все равно останетесь дорогими детьми, а для учителей – дорогими учениками. Вам сегодня, наверное, будет дано много пожеланий, напутствий, но никто, кроме вас, не знает, что вам нужно для счастья. Однако, наверное, не стоит сбрасывать со счетов все те напутствия и все те ценности, которые были даны, потому что это вехи того пути, с которого сворачивать не стоит, чтобы не оказаться на обочине. У вас будет много новых учителей в жизни, однако первые учителя останутся всегда первыми. И пусть книга будет дальше вашим учителем и вашей потребностью, а не только ассоциацией школьных дней. Уважаемые родители выпускников, у вас сейчас тревожное время, однако ваша мудрость всегда была опорой для детей в их взрослении. И я думаю, что они оправдают ваши надежды и состоятся в жизни, в профессии, потому что у них есть разум, есть чувства, есть желание. Закончить свою речь я бы хотела стихотворение армянского поэта Амоса Кияна. «Шагами я мерил дорогу бесконечность, я тысячи горных вершин одолел, и небо, и землю, и самую вечность я верил, измерил, и ног не жалел. Я встречном пути обращался с вопросом: скажите, где лучшую долю найти? По морю идти, по лесам, по утесам, по новой или старой дороге идти? И был одинаков повсюду ответ: иди, куда разум тебя направляет. Ни новых, ни старых дорог не бывает. Вперед забежал ты на 1000 лет, и опоздал ты на 1000 лет. Спасибо.